наступлением тепла и улучшением погодных условий повсеместно на дорогах Эстонии начались ремонтные строительные работы, а также работы по уборке. Ход работ, проводимых на государственных дорогах Идавирума, прокомментировал исполнительный директор фирмы ННВ Игорь Сафаев. На данном этапе УНВ выполняет работы по уборке государственных дорог. Основным моментом это является ямочный ремонт. Мы осуществляем сейчас на всех дорогах. Вот, также выполняются работы по очистке дорог активно. Также выполняются работы по профилированию гравийных дорог государственных. И со следующей недели мы планируем начать работы по обеспечению обезпыливания этих же гравийных дорог. Будь то ремонтные или работы по уборке, заторов на дорогах они не вызовут. Но с учетом того, что специальный транспорт двигается с существенно меньшей скоростью, автолюбители во время движения должны быть более бдительными.